Отец показал сыну, что такое мнение людей и почему его бесполезно слушать. Они сели оба на ослика и поехали по ближайшим деревням. В первой же деревне их окликнули и накричали за то, что они вдвоем едут на животном, не жалея его. Тогда отец пошел пешком. Во второй деревне побронили сына за то, что тот не любит отца, который вынужден идти пешком. Дальше на осла сел только отец. В третьей деревне уже бронили отца за бездушность к юному сыну. После этого они вырубили в лесу жердь, связали осла и понесли на себе. В четвертой деревне их ругали за срубленное дерево и их глупость, ведь осла можно было и дома оставить. После они взяли осла под уздцы, но в этом случае их обозвали болванами, ведь осел идет без дела. В итоге отец сказал сыну, что так будет всегда, если ты не думаешь своей головой, а живешь мнением людей и их умом, то никогда никому не угодишь. Важно ли для вас мнение окружающих?